Здравствуйте, на телеканале Интекс программа «Постфактум». Мы расскажем о том, что произошло в нашем регионе за последнее время. И начнем сегодня с итогов республиканского профилактического мероприятия «Гостехосмотр». Подробнее в нашем первом сюжете. С целью привлечения внимания автовладельцев к поддержанию своего транспорта в технически исправном состоянии, с 7 по 17 августа проводилось республиканское профилактическое мероприятие «Гостехосмотр». В указанный период сотрудники госавтоинспекции усиленно контролировали наличие у водителей автомобилей допуска к их участию в дорожном движении. В эти дни на дорогах города было выявлено более сотни нарушений. За период проведения декады «Гостехосмотра» к административной ответственности привлечено 124 водителя транспортных средств, а также 3 должностных лица, которые допустили к участию в дорожном движении транспортное средство без разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Прохождение техосмотра – это не просто обязательная процедура, это гарантия того, что на дорогу не выйдет потенциально опасное транспортное средство, например, с возможной неисправной тормозной или рулевой системой. Как показывает практика, примерно каждый четвертый автомобиль в стране передвигается без технического осмотра. Эти водители не понимают, что технически неисправное транспортное средство на дороге может стать причиной ДТП, гибели или травмирования людей. Проводимая декада «Гостехосмотр» лишний раз напомнила участникам дорожного движения о необходимости прохождения техосмотра, контроля за техническим состоянием транспортных средств. Для нас, работников Белтехосмотра и работников госавтоинспекции, она показала, что на дороге еще немало недисциплинированных водителей, которые игнорируют требования законодательства. Во время проведения мероприятия госавтоинспекторы обратили внимание водителей на необходимость содержать транспорт в технически исправном состоянии, вовремя производить его ремонт, менять расходные материалы и проходить техосмотр. Напомним, что за управление транспортным средством без разрешения на допуск его к участию в дорожном движении предусмотрено предупреждение или штраф от 1 до 3 базовых величин, то есть до 76,5 рублей. Если водитель попадается повторно в течение года, штраф возрастает от 2 до 5 базовых величин, то есть до 127,5 рублей. Как отмечают сотрудники ГАИ, окончание профилактического мероприятия не означает, что за техосмотром перестанут следить. Он по-прежнему будет в центре внимания, ведь от этого зависит безопасность всех участников дорожного движения. По своей неосмотрительности жильцы многоэтажек лишаются вещей, оставленных в подъезде. В данном случае 34-летняя местная жительница, затеяв ремонт в квартире, выставила свою мебель на лестничную площадку, среди которой был и журнальный столик. Не прошло и пару часов, как женщина осталась без стола. Потерпевшая сразу обратилась за помощью в милицию. Так как подъезд не был оборудован видеокамерой, это затрудняло поиски вора. Но сотрудники уголовного розыска Барановского ГУВД в ходе оперативного разыскных действий установили, что данное преступление совершил 27-летний жилец этого же подъезда. Как выяснилось, сосед 1992 года рождения был неоднократно судим за кражу. Стол, стоимостью которого оценили чуть больше 200 рублей, вернули потерпевшей женщине. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 12 августа на водохранилище Мышанка в Барановичах сотрудники освода спасли 3 тонувших школьников. 12-летние ребята отдыхали на водоеме без родителей. Вместе они решили доплыть до тумбы, расположенной в 30 метрах от берега. Один из парней начал тонуть, а двое других пытались ему помочь. Ситуация могла закончиться трагически для всех, если бы не отреагировали мгновенно работники расположенного у пирса спасательного поста. Подъехав на катере, они всех троих достали из воды. Данные ребята не раз попадали в поле зрения спасателей. Плавать они практически не умеют, но тем не менее на водоем приходят без взрослых. Работники освод доставили мальчиков на пирс и связались с родителями. Выяснилось, что мать одного из них даже не знает, где находится ее сын. Подростки оставались под присмотром спасателей до тех пор, пока за ними не приехал отец одного из них. Медицинская помощь детям не понадобилась.
В Барановичах мужчину сбил поезд. Несчастный случай произошел в 13.00 15 августа на остановочном пункте «Локомотивное депо». 31-летний нетрезвый мужчина пытался перебежать железнодорожные пути, несмотря на приближающийся состав. Расстояние оказалось несоизмеримым со скоростью поезда. Пересечь пути мужчина не успел. В результате столкновения мужчину отбросило примерно на 2 метра. По непонятным причинам, в момент случившегося мужчина был без обуви. К счастью, после удара поезда мужчина остался жив. С травмами пострадавшего доставили в реанимацию. Предварительно у него диагностировали перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Тела двух мужчин обнаружили в Барановичах в их собственных квартирах. Оба трупа были найдены 14 августа. Тела обнаружили родители умерших. Следы насильственной смерти в обоих случаях отсутствуют. Тело первого 38-летнего горожанина в ванной в квартире на улице Баранова обнаружил его отец. Умерший мужчина нигде не работал, страдал сахарным диабетом. Вечером того же дня тело еще одного мужчины нашли в одной из квартир на улице Репина. Тело обнаружила мать умершего, с которой он вместе проживал. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Оба тела направлены в морг. По данным фактам проводится проверка. Молодого парня ударило током, когда он делал селфи на железнодорожном мосту в Барановичах. Несчастный случай произошел рано утром 18 августа на пешеходном мосту с улицы Притыцкого на улицу Вельчковского. По предварительной информации, в воскресенье около 5 утра трое молодых людей, 16, 18 и 21-летний, возвращались домой, когда они поднялись на пешеходный мост над железнодорожными путями. Самый старший участник компании вдруг захотел сделать селфи. Как только молодой человек залез на металлическое ограждение, его ударило током. Попутчики вызвали скорую помощь. С ожогами тела второй степени пострадавшего доставили в больницу. В нашей программе неоднократно выходили сюжеты, в которых мы рассказывали про дорожно-транспортное происшествие с серьезными последствиями, совершенное в результате нарушения правил дорожного движения. Но, тем не менее, злостных нарушителей правил дорожного движения у нас в городе по-прежнему достаточно. Один из наших телезрителей прислал в адрес редакции программы видео с регистратора, на котором видно, что водитель BMW обгоняет автомобиль прямо на перекрестке через двойную сплошную, а затем, двигаясь дальше по улице Кирова, игнорируя сигналы светофора, поворачивает на красный свет на улицу Павлова. Стоит отметить, что данная ситуация произошла в пасмурную дождливую погоду и по счастливой случайности не понесла тяжелых последствий. Напомним, совсем недавно на этом же участке дороги микроавтобус насмерть сбил 13-летнюю девочку, переходившую пешеходный переход. На 1275 рублей штрафовали жителя Барановичей за кражу прокатного велосипеда. Обвиняемый, 43-летний житель нашего города, работает водителем-экспедитором, перевозит грузы. Проезжая на рабочем автомобиле по Игуменскому тракту в Минске, он заметил велосипед. Через день, во время поездки ночью 21 июля, по тому же маршруту, он снова заметил стоящий велосипед. В этот раз он и совершил кражу прокатного велосипеда. По словам мужчины, он был уверен, что велосипед никому не нужен и решил взять его себе. В столбцах оперативники, получив информацию через систему спутникового слежения о местонахождении велосипеда, остановили горе-вора и попросили его открыть фургон, внутри которого и нашли краденый велосипед. Суд Ленинского района Минска признал жителя Барановича виновным в тайном похищении прокатного велосипеда. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин. Два уголовных дела в отношении эксгибиционистов возбудили в нашем городе. Первое заявление поступило от двух жителей города 9 августа. 30-летние и 21-летние горожанки рассказали, что около 17.00 9 августа на четвертом этаже торгового центра торгового дома «Лагуна» на улице Фабричной неизвестный мужчина продемонстрировал им
свой половой орган. Сотрудникам милиции удалось установить, что хулиганскую выходку совершил 33-летний житель Борисова, которого ранее уже судили за хулиганство. В его отношении возбуждено очередное уголовное дело по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Второй случай произошел 20 августа. На этот раз свидетельницей пикантного зрелища стала 28-летняя горожанка. Она рассказала, что вечером 20 августа на улице Тельмана к ней подошел неизвестный мужчина и, спустив штаны, показал половой орган. Личность хулигана также удалось установить. Им оказался 46-летний местный житель, работник одного из частных мебельных предприятий города. В отношении него также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя.